Пока жена купалась в ванной, чтоб легче к вечеру заснуть, муж, по традиции недавней, решил к соседке заглянуть. Звонок условный сиротливо в пустой квартире отзвенел. Разочарованный мужчина вернулся в комнату и сел. Как раз из ванной в это время, как шамаханская княжна, дневных забот отбросив бремя, пришла законная жена. В летящем нежностью халате стройна, упруга, молода, красиво дьявольски и, кстати, чиста, как горная река, промолвил муж, вздыхая тихо при виде собственной жены. Эх, была бы ты чужая баба, тебе бы не было цены.